Всем привет, ребят. Ну что, показал я вам практически весь трешачок. Еще запишу вам несколько интересных видео, думаю, познавательных. Ну, а сейчас я буду прокачивать нового героя на максималку. Показывал, точнее, одного из двух новых героев. Показывал я вам этого героя. Ну, интересный герой, достаточно такой веселый. Непонятный. Сейчас мы его просто прокачаем, то есть мы будем сейчас его качать на максималку. Думаю, много времени это у нас не займет, ресурсов у меня здесь хватает, ну и постепенно будем его тестировать. Так, поставим сюда Минотавра. Один из минусов сразу же показываю: все герои перетасовались в зависимости от прорыва. И реально придется теперь весь алтарь лопатить, то есть туда-назад. С другой стороны, конечно, интересно там, где у тебя герои прокачаны, ну, то есть на вязке это мне будет плюс, а на других серверах это реально будет минус. Это один из минусов, который я увидел уже для себя, скажем так. Ну и помимо этого есть много всего, я об этом вам расскажу немножко попозже в отдельном видео. Сразу же сделаю такой обзорчик плюсы и минусы обновы, чтобы вы понимали, что плюс, что минус. Так, окей. Качаем. Так, вместо этого поставил. Давайте этого мелкого нового поставим сюда. Ну, в общем, как видите, уже проблемно. Новый герой у вас будет всегда в самом конце, даже при любой прокачке, пока вы не будете ему поднимать прорыв. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это очень плохо. Как видите, у меня стоит ремка. Ремка стоит не просто так. Буду вам показывать его тест на локациях. То есть уже качаем на максималку. Сейчас начнем первую эволюцию. Аугментацию сделаем. Посмотрим, что он может плюс-минус. А потом уже полноценный, как обычно, вам обзор запилю на максимального. Так. Нет у меня значков почета. Но значки почета уже не беда. Вот так вот делаешь 1200 книг плюс 50 миллионов почти, и все. И жизнь удалась. Так. Давайте сюда просветики докачаем. И можешь качать героев сколько влезет. Это радует. Так, а он у меня уже 200. Ну что, делаем ему эволюцию. И сразу же побежали, сделаем аугментацию. Как его собирать? Ну, я пока, честно говоря, в раздумьях. Есть очень много разных вариантов. Вот такая у него пальмочка. Знаю, что его редькой назвали. Мне кажется, скорее всего, его будут по-другому называть у нас. Такс. Так, окей, сделали. Поехали, делаем аугментацию. Вот он у нас уже аугментирован. И в созвездиях, я не знаю, будем ловить. Даже, честно говоря, не знаю. Ну, наверное, скорее всего, лучше всего будет ему уклонение. Так как он не автопрокер, ему надо ударить, ему надо выжить. Сейчас посмотрим, что у него на статах будет на максималке на первой эволюции. Ну, думаю, это будет что-то интересное. Однозначно сказать, что это имба, не могу, пока не протестирую. Но ремка плюс железка, я думаю, будет обязательно для PvP локации. Что-то мне тут не падают уклонения особо сегодня. Сейчас немножко так подролим, плюс-минус. Чтобы не совсем быть нубами в локациях. Так, отлично. Ну, четверку тоже пока оставлю, потом переролю. Попробуем побыстрее собрать, потому что созвездие собирать надо очень долго. Это самое, одно из самых таких занятий невеселых.
Двойки. Блин, могли бы убрать эту задержку. Или хотя бы табличку дать. Ну вот отлично. Точность. Вот такая вот сборка у нас будет. Пока оставлю ее, потом переделаю на уклонение. Все, в принципе, нам этого должно хватить. А, так, окей. Откачиваем его немножко тут. Зеленые, то не зеленые, а золотые книги сливать, они больше всего здесь копятся. Ну их нафиг. Мне интересно, теперь получается на китайке без доната смогут намного быстрее попрокачивать определенные талантики там, потому что можно будет ролить за ЗПшки, там героев получить. В общем, на китайке это плюс, то что добавили 50 миллионов однозначно. Так. Так. Первая эволюция есть. Давайте качнем сотый просвет, чтобы можно было нормальные руны влепить. И посмотрим уже его статки, что там у него получается. Сливались, как вы могли. Блин, уже горло болит от записи видосов, но ничего не поделаешь, как всегда вам пилю все первым, чтобы вы видели максимум под обновы, знали что, как, где. Так, хорошо, поехали дальше. Ну, устатки такие себе, я бы не сказал, что особо там мега. Сейчас прокачаем его на максималку, тогда уже будет видно, что у него по статам. Так, вторую аву пока не делаем. Давайте чары выберем ему. Ну, по чарам я даже не знаю. Вариантов очень много разных. Ну, надо, я думаю, все-таки там хранителя леса ставить, чтобы он жил подольше, потому что либо доспех вот так вот. Поставим доспех пока. Не будем сильно утруждаться. Посмотрим потом. Надо им поиграть, потом будем определяться, что ему ставить. Возможно, урон, кто его знает. Такс, окей, с этим разобрались. Поехали дальше. Давайте улучшим ремочку до восьмерки пока. Девятку я пока не стану ему качать. Подожду вечера. Так. Нам надо еще немножко вкачать ему просветик. Как-то быстро сливались все. Так, окей. Ну, как видите, здесь быстро все качается, когда у тебя ресурсы в излишке, как и на английском сервере. Ты за пару минут можешь прокачать героя на максималку. Не заморачиваться. Так. Вот что-то перегрузило нас. Сейчас посмотрим, может что-то. Что вроде не поменялось, ничего не добавили. Может просто чисто выбило. Так. Может тут изменения есть. Ну, 4 дня, 3 часа показывает. Не знаю, что это означает. Окей. Надеюсь, что там, потому что связано со смотрителями написано. Смотрите, опять выбивает. Кто там взломал мой аккаунт? Хочет зайти на мой ак. Самое интересное, когда 100% набиваем. Именно когда заканчивается бой. Давайте еще разок тест. И сейчас нормально все. Непонятно, в общем. В общем, непонятно. Так, окей. Let's go.
Докачиваем максималку. Так, еще, ребята, чуть-чуть. И посмотрим, что он может на первую эволюцию с такой прокачкой. Будет, думаю, интересно посмотреть на это. Что от него ожидать. Ну, в любом случае, герой интересный. Особенно второй герой. Там должен быть он вообще обезбашенным, судя по описаниям. Но посмотрим. Надо тесты. Так, есть соточка, есть. Снимаем, ставим сюда железку восьмую уже. То есть он у нас будет и на урон собран немножко. Что по статам? Ну, такое себе. Я бы не сказал, что особо там мега крутое. Так, ангелы, поехали затестим его где-то. Это здесь. Проседает, как видите, и сливается. Первая эволюция, хотя уклонения собраны, то есть, как видите, им танковать однозначно вы не будете. Чего-то от него такого ожидать тоже не стоит. Поехали опять же туда же. А давайте в рейде посмотрим. Одна плюшка и все, он ушатался. То есть такой вариант, мне кажется, надо будет все-таки ему какой-то деф качать, священный огонь. Ну, это пока предположение, но... Ну, вот как-то так. А вот сейчас мы протестим одну вещь. Вот мы выпустили его. Ну-ну-ну, добежи, добежи, добежи. Он должен наносить дополнительный урон. Сейчас я вам скажу. Умение его восстанавливает здоровье дружественным героям от атаки и также способность, которая заставит каждого из этих героев, которых он восстановил, нанести урон равный 640% от их урона вражеским целям. То есть вот такой вот вариантик у нас, по идее, это очень интересно, но, конечно, есть кулдаун. Мы сейчас это дальше будем тестить, смотреть. Все-таки пробовать выловить, но я уже дальше в PvP локациях постараюсь это словить. Сейчас мы попробуем тут. Честно говоря, что-то я ничего такого особенного сейчас не увидел. Не знаю, надо будет в PvP локациях уже на максималке тестить. Как видите, его сливает. То есть неоднозначно надо уже будет на максимуме, тогда мы уже точно увидим. Так, окей. Давайте качнем ему десятку. Качнули мы ему десяточку. Отлично. На десятке он сейчас должен нормально шатать, скажем так. Давайте посмотрим в рейде изначально. Только надо попроще противников найти. А, вот видели? Получается вокруг, вокруг, вокруг. Вот он талант, вот он скилл. Блин, ну вот это, кстати, прикольно. Получается, он массово через других будет бить. Блин, в некоторых локациях, ребят, это будет очень опасно на такого героя попасть. Получается, 4 героя залпа все ударят от атаки своей. И если они все время ударят по зоне в одном месте, это просто будет нечто. Да. Прикольненько. Вот оно что, ребята, вот так вот. Так, окей. Кигашек нету. Знаете, я такой, типа, я расстроился. Конечно, я кигашки сейчас найду. Вот, даже отсюда заберем. Так, просто плюс 200 тысяч. В гильдию скидывал, выводил гильдию в топ. Видите, мы топ-1. И посмотреть. Закинул чуть-чуть 20 лямов. Так, окей. Поехали, делаем вторую эволюцию. И посмотрим, что у него уже будет на максималке. Но я скажу вам, блин,
Круто. Мне скилл понравился, надо будет его все-таки тестить. Интересный герой получается, если мы его на максималку прокачаем, это будет нечто. Хоть книги теперь не будут мешать, не будет боязни. Можно будет на английском развлекаться. Ну, конечно, надо будет ему еще качать и прорывы, и все остальное, но, блин, смотрится он неплохо. Ну, надо ему ремка, чтобы включался. Очень много всего ему надо, но вот такая вот у нас игрушка получилась. Жизни, как видите, не особо у него много, всего лишь на второй эволюции 214 тысяч. Это, по сути, фигня. Посмотрите, тут есть герои 238 Тесса, ну, черепа такое себе. 270 Дрейк, 300, то есть жизни у него средненько, поэтому надо будет, скорее всего, его собирать на дефный вариант, уклонение, ремку, рунами и вперед. В общем, пишите комменты, что вы думаете, как вам герой, я вам показал уже его на такой вот сборочке. Давайте уже докачаем ему максимальный. Так, у меня там что-то есть слить. Это слить. Докачаем ему максималку, уже 12 скилл. И потом уже будем его тестить на максимуме. Ну, я скажу вам, мне он очень понравился. Если это оправдает то, что он делает, ну, на 4 героях, и это реально будет так, то это, конечно, на 12 скилле это будет просто мега. 4 героя для забытой. Если он включится, просто пачка будет улетать. Это мы с вами протестим, думаю, очень скоро. Поэтому ждите следующего видосика, обзора. Пишите комменты, что вы думаете по поводу обновы. Очень много у меня плюсов-минусов. Тоже постараюсь вам запилить на это видосик, рассказать, показать. Ну, вот так вот. То есть такой вот один из героев, второго мы постараемся получить, посмотрим, пока неизвестно, как его получать, где, но думаю, скоро мы это поймем и посмотрим. Ну, в любом случае, его будут на каком-то сервере продавать за донат, либо так можно будет получить, наверное, скорее всего, как типа Огника сделали. Там, то есть вот так вот, ребят, вот его максималка, 12-й он уже у нас. Такой вот герой получился. Ну, посмотрим. Давайте так, сейчас в райд забежим. Просто кинем где-то ульту в дырке. Давайте где-то здесь попробуем. Ну, как видите, он бьет вокруг себя. То есть он не дальник там, ничего. То есть ему надо включиться в дом еще. Так, вот он ударил. Ну, вот миссает. Так, отлично. Тащит, тащит уже. Уже тащит. Сколько там отхила? Ну, отхил я вам не покажу. Тут еще смотритель. Так, против черепа. Сливают его. Слили. В общем, вот так вот. Такой вот герой. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.